Всем добрый день. Сегодня я приехал на очередную рыбалку. Снимаю без предисловий. Сразу забросил удочки уже. Сегодня я приехал за моим усачом. Кто прошлый ролик смотрел, где я вытащил большого угря, там я упустил хорошего усача Барби. Но раз он здесь ходит, я думаю, что надо его ловить. У нас погода, давление сегодня сильно прыгнуло, ночью были заморозки, поэтому я даже не знаю на что. Попробую на опарыша, на живца сегодня вряд ли будет, вода поднялась в речке сильно, ну посмотрим. Пока попробую на опарыша. Удочки заброшенные, ждем. Но усача я сегодня должен поймать, по-любому. Таково мое мнение. Опять спортсмены. Сырус? Сырус? Что это у них за праздник, интересно? Сырус? Какие-то маскарадные костюмы одеты. Интересно, что это у них за праздник такой. А, опять в рыбалку сорвут. Туристы. Не, надо сматываться. Они разгонят мне тут всю рыбу. А то туристы. Чуть-чуть хорошая погода, все. Так, ну у меня поклевок нету почему-то. Была одна, вроде чуть-чуть и все. Одну я на живца поставил, а другую на опарыша. Ну, вода поднялась, много травы прет, не видно поклевок. Не знаю. Наверное, чуть посижу, да будем сворачиваться. Синяя пора, лес начал желтеть, уже все, первые заморозки уже были, становится холоднее, холоднее, холоднее. Что там у нас? Глухо и тихо. Ну, сильно высокое давление. Так что сегодня я не рассчитываю сильно на поклевки. Ну, хоть на свежем воздухе побуду. Ничего. Ветка зацепилась, оказывается. Я думал, поклевочка. Ну,
ничего, попробуем еще. Да, тяжело сегодня. Трава, ветки. Как будто поклевка, а там ветка сидит. Ну ничего, попробуем еще. Что-то дергало, дергало. Надо смотреть. Может, что-то сидит. Ну, леска не уходит. Может, опять запуталась. Ну, что-то хорошо пораздернуло. Ну, что. Будем проверять, наверное. Будем проверять. Ладненько. Леска не уходит. Значит, по всем правилам должна уже заглотить. Что-то есть. Что-то явно есть. А вот что, не пойму. А, ничего нету. И рыбки нету. А как она так сняла рыбку, интересно? Вот так вот. Была поклевка, что-то сняло рыбку. Как она так могла снять рыбку, даже непонятно. Попробуем еще раз. Чё ж. Да, обидно. Интересно, что-то могло рыбку так снять. Мороз уже. Ну, раз приехали, будем сидеть. Будем ждать вторую поклевку. Да, обидно. Прозевал я. Вот когда вытаскивал полноценной съемки не получилось, почему-то включилась у меня перемотка, быстрая запись. Вот я вытащил, ты сам не поверил. Жерех, хороший жерех поймал на печенку. Сижу сейчас на Налима и поймал вот такого жереха. Комично, да? На печенку взял. Ладно, будем сидеть дальше. Все-таки Налима, я надеюсь, сегодня взять. Кто-то поймал, на что непонятно. И не видно было, чтоб клевало. Че, опять жереха, что ли? Да, небольшого жереха. Налим сегодня не хочет. Да ты что, успокойся. Так, 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 так. Вот так. На печенку два жереха поймал сегодня. Ну вот все, друзья, заканчиваю рыбалочку.
Вот что я поймал сегодня на печень. Вот две такие симпатичные рыбки. Все очень холодно. Очень холодно. Пора домой, туман. Так что собираемся домой. Вот такие две рыбки я сегодня поймал. Вот добрались мы домой. И я, как по старой традиции, решил дома снять, что я поймал. На рыбалке ночью я думал, что это жерех. Это не жерех, это голавль. Такой крупный голавль. 1,53 сантиметра. У жереха чешуя мелкая, это крупная. Один голавль 53, другой чуть поменьше. Вот я поймал это на куриную печень, одевал на простой крючочек, и он заглатывал. Я не ожидал даже такого, что на куриную печень ночью будет брать голавль. Я думал поймать ночью сегодня налима, но так получилось, что я поймал два голавля. Вот такие вот хорошие два крупных голавля. Ладненько, всем пока. До новых встреч!